Приветики, мальчики, разработчики игры Warhaven опубликовали официальный расширенный трейлер. Игра, кстати, будет бесплатной и готовится к выходу уже 21 сентября. Бля, неплохая графика. Рыцари, это я люблю. Опа. Мощный какой, смотри, доспехи всякие. Что-то крики какие-то. А, деревню сжигают какую-то. Нормально. Ты будешь клеймен, как предатель. И исчезли. И исчезнешь с лица земли. Организация будет распущена, а заговорщики будут преданы смерти. Бля, король какой-то. Плохой получается. Смерть. Когда король отрубил голову моим родителям, он вообразил, что я ему не отомщу. Но, видимо, прошло время. Как-то легко он мечом проткнул доспехи. Неужели реально так подбегается? Блин, он так легко машет таким огромным мечом. Ну сразу минус реализм. Это же огромный тяжелый меч. Офига себе. Ну ладно, это всего лишь игра. Прям быстро он это делает. Смотри-ка. Опа. Зима. Зимушка. По стелсу. Кажется, парень собирается мстить за убийство своих родителей. А нет. Послушай, малыш, ты еще не готов. Еще рано. Идем за мной. Но даже предатели могут возродиться на поле боя. Я весь в крови. Это чистая игра про рыцарские бои. Фига себе, меч разрубил меч. Мощно. Блин, как теперь драться с куском меча-то? Ну, я не знаю. Я не верю, что будет прям такой геймплей. Как будто просто ролик. Не обратил внимания, кстати, была ли надпись. Так сказать, геймфутаж чи что-то. Но, в принципе, вот ролик неплохой. Отличный проект. Я люблю всяких рыцарей. Естественно, поиграл бы в такое. С такой графикой. Ты опоздал, дурак. Король умер. А ты ничто. У тебя ничего не было. Побил какого-то чела, блин. Офигеть. Смерть. За что он его убил? Просто злой, что ли? Не успел отомстить королю, получается. Так, разоряет могилу королевскую. Вспоминает детство. Король никогда не обретет покоя. Только не в этой жизни. Разрубил гроб короля. И не после смерти. Королю не будет покоя. А кто ж теперь новый король, а? Неужели этот пацан? Да блин, не сказали. 21 сентября выходит игра Warhaven. Она будет бесплатной. Отличная средневековая фэнтези с PvP сражениями. Мне в принципе трейлер понравился. Неплохая игра. Качественные рыцари и мощное мясное месилово. Можно прям подраться с братюнями на мечах. И это просто замечательно. Это антивирус был. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал за новыми видео. Пока-пока. И дергайте меня за мои кольчужные бока.